Всем привет, с вами Альберт, и сегодня мы играем на 55-м сервере, часть 2. Так, тут у нас есть ежедневные задания, сейчас мы их всех заберем. Раз, два, 13 уровень, 14 уровень, 15 уровень. Так, ну пока что вот так вот. Так вот, специальные события тут. Все звезды, сейчас заберем шкатулочки. Командная работа. Отряд мастеров. Отряд сутины. Я вчера забыл в первой части забрать вот эти наградки. Давайте-ка мы их заберем. Так, ну вот у нас все. И еще что-то. Угу. Какого-то. Ну вот все, мы все забрали. Инвентарь у меня тут есть. Ну давайте вот эти шкатулочки откроем себе. Вот куклы упали. Ну вот кукла Вуду тоже полезная штука. Для синего ранга. И вот эти кобы, 15 коб упало. То есть неплохо так, полезно. Было? Так, сейчас я буду что-то придумывать тут. Чабу сейчас будем убивать. Так, ну будем доходить, получается, по очереди. И одевать предмет. Так, пошли дальше. На чем я остановился? Пока что тут все просто проходится. Никто не умирает. Ну все отлично. Так вот вернуться в город, вот сейчас можно. Шмотку Чаби, я помню. Так, тут только вот этот веет Анчара или как она? Глоха жена. Но вот этот волчар не нужен, он там осторожно нужен, которого я буду включить. Мне просто заставили его призвать. Как бы я деньжата, которого они мне дали, призвала старота, прям заставили призвать его. Я бы продал эти куски старота и получил бы немножко денег. Сейчас Тяба начинает уже тут умирать. Ты надо первый, второй скилл тут качать. Ты начинает умирать. Сразу просто. Значит, сейчас, чтобы фокус не схватил Араху. Вот как вот неплохо. Кстати, темная звезда. Так, главное не сделать. Сделал, но там она станет не сделана. Вообще ничего не нужно. Героя. Так,
вот все накопили опыты. Сейчас их надо правильно применять. Галахад. Нет, вначале Артемис, потом Галахад. Идем, когда умрет эта лучница. Встречаю Фобоса. Да блин. Схватил вот этого кентавра, которого уже начал съедать чам. Кристалл света. Так, что нам вообще нужно Чабе? Нам нужен этот княжал безымянный путь. Далеко нам еще до безымянного пути? Так, это... Ну, недалеко. Еще до миссии дойдем. Если вдруг у вас звук отключился, нажимайте на паузу, выключайте звук, и потом его снова включайте, и он включится. Но Тартарис больше урон нанесен, чем Галахад своими мечами правосудия. Маджут схватил, неплохо. Он тоже два героя умер вместе с Артемис. Так вот мы прошли. Я хотел повысить уже не героя, но так, до 19-го. Тею, Артемис, Галахада. Ой, Фобоса. Вот реально, особенно Тея, нужно подкачивать стилы. И Фобоса вот этот первый. До максимума. Чтобы он тоже неплохо работал. И Фобоса тоже будем собирать на следующий ранг. Пока что Чабу и Фобоса. Так, забираем. Немножко денег. Это мы потом соберем. Так. Дальше след Маракса. Или Маракса. Вот, Чава сейчас будет глотать, глотаем сразу у меня фокус. Отлучим. Потом двух ударов. Вот мы дошли до безымянного путя, чтобы выбить княжал Чаби. Ну вот опять. Thank you.
Сейчас вот так сделаю, то сейчас. И сразу будет тайм. Сразу же первый раунд, если у него мало хп, где-то в миссии, то сразу он вылезет даже, если все равно добьет героя, который будет бить. Вот очень хорошо считается Чаба Фобос. Чаба с Фобосом. Так, вот так вот. Еще именно туда и легенда уже вошла. Так, возвращаемся в город. Блин, я щит на кого-то потратил. Значит, сейчас я буду нажимать на паузу, когда буду искать. Вот мы выбили этот имперский щит, который можно создать, надеть и повысить ранг Чаби. Вообще классно. Так вот, пробиватель стен только до 20 уровня. Это уже скоро на синий ранг. Перейдет жировая прослойка. Так, вот сейчас мы поищем этот. Печачками. Ну, вначале нужно качать всегда на ранг именно танка. Потому что и именно если качать вначале атаку, то у вас танки не будут жить. Живет вот даже вот так вот. Живет танк и живет вся команда. Потому что танк берет на себя основной урон. Надо качать на поздней стадии игры в начале танка, а потом последнего героя. А потом уже вкладываться в остальных. Потому что если мы будем последнего героя, потому что у многих есть Йорки, он будет перенаправлять урон, и задний герой не будет жить. Поэтому надо подкачивать вначале танка, а потом подкачивать заднего героя. Но в начале стадии можно не подкачивать. О, как раз печать Каина выбили. Можно надеть и повысить ранг тоже. О, кстати, 20-й уже. Ходит награду за ранг Фобос и Чавушину. Высели. Дают за ноду. Передовой боец. Вот еще 10 тысяч не дали. Сейчас дальше в компанию пойдем. Перед этим я хочу еще Галахада повысить. Так вот. Тоже это перемотаем. Далее вот нам порочи Ятаган. Мне пришлось два раза в бой сходить, чтобы выбить, короче, Ятаган. Так, теперь нам надо выбить Кирасу. Она в густолесе достается. Мы сейчас опять перемотаем. Далее нам с первого раза вот эту Кирасу деть и повысить ранг. Сейчас уровень повысим. Чем не что вот так вот. Ну, в начальной стадии игры ты можно и не качать. Там, потому что не сильно будет увеличиться. Ей нужен первое и второе умение. А повышение ранга это просто так. Тем более этот скилл я бы даже не рекомендовал ей качать, если вы ее даже берете. А если вы ее берете с... для ускорения, чтобы она ускоряла, то можете ей и четвертое подкачать. Почта, город за рангом хода. Так, пошлите вот дальше в компанию. У меня уже три героя зеленых плюс один. Я должен уже пройти вот эту вторую главу. Thank you.
этого сатира убили, потому что Старт это просто танк. Он урона не наносит. А именно наносит вот этот сатир, который сзади него стоит. И мы просто съедаем Астарота и убиваем сатира. Мы тоже за танком стоим. Так и все добиваем. У меня же скоро был герой уже синий. А чтобы открыть возможность фармить синие предметы, можно, конечно, некоторых героев сейчас апнуть, а некоторые там, не какая-то шмотка, будет доставаться в третьей главе. А я еще только вторую. Конец. Прохожу второй. Сейчас допройдем вот эту вторую главу и еще пока что компанию не будем проходить. Секира, но знаю, что я уже на синий ранг был, хоть поднимался, так все звезды. Так вот, последняя миссия на сегодня. А третья глава мы будем проходить в третьей части. Наверное, частей будет не 5, как я в прошлом видео сказала, а сколько получится. Кстати, еще как-то Галахад, он прыгает, он уворачивается от ударов. Но минус в том, когда Галахад прыгает, герои подходят и еще достают до героя, которого у вас боец или стрелок, который стоит. Тут раньше, кстати, еще в самом раньше стоял в начале Орион, потом заменили эту миссию на Архидемона, потом Архидемона убрали и поставили Фокс. Так, ну вот последняя миссия. Так вот, забираем на задание. За модики получаем, 460 уже есть. Ну, походу, наверное, скоро уже все. Все, всем пока. Удачных побед.